вся камера сама снимает. Лиза, Катя, вон девочка маленькая сидит рядом с нами. Видишь, с розовым бантом. Ольга, которая поет, начала начало петь. Я говорила, я не знаю. Участников и, конечно же, жюри на финале конкурса «Голос гимназии 2017». Честь эту церемонию выпала нам. И весь вечер с вами ведущие Мурыгин Александр и Ткачева Валерия. Итак, дорогие гости, мы рады представить вам наше многоуважаемое жюри. Итак, председатель жюри, исполняющий обязанности директора Одинцовской гимназии номер 11 Томаровская Алина Семеновна! Член жюри, учитель музыки Тихона Наталья Александровна. Член жюри, учитель физкультуры Заморовский Алексей Вячеславович. Председатель совета старшеклассников Абрамова Татьяна. Выпускница гимназии номер 11 2015 года. Солистка вокальной студии «Дети солнца», студентка Московского государственного института культуры Кочеткова Ксения. Выпускница гимназии номер 11 2016 года. Солистка вокальной студии «Ералаш», студент института бизнеса и дизайна Виноградова Дарья. Ну а каждый из зрителей сможет отдать свой голос за наиболее понравившегося исполнителя. Для этого просто напишите его фамилию на листочке, которые будут собраны в конце программы. И, конечно, вас ждет лотерея с розыгрышем призов. Но это все позже. А сейчас давайте приступим к основной и самой волнительной части программы вокального конкурса «Голос гимназии» – выступление участников. Они все, конечно, очень волнуются, поэтому давайте поддержим их бурными аплодисментами. И в честь самого светлого, самого волшебного праздника, который уже так скоро, попросим наше жюри быть более снисходительным. Итак, представляем первого участника, нашу школьную звездочку, Бритвину Арину. А исполнит она простую песню, которая так и называется «Песня простая». Не снимайте, вам же на нас. На награждение. Шестая. Гимназия, внимание! Дорогие ребята, вы все пришли на конкурс, где будут выступать ребята, которые учатся с вами в гимназии. Им очень сложно и волнительно. Мне очень неприятно ходить и рычать на вас. Я очень вас попрошу вести себя вежливо, уважительно. Этим вы лучше всего поддержите наших конкурсантов. Поэтому в зале тишина. Никаких движений, передвижений, выходов и входов во время выступлений у нас не происходит. Нарушители будут сразу удаляться. Спасибо за внимание. Начинаем. Я теряю все, а ты сон. Помнишь, пока мы обосили.
кругом, дебаты напрямок, это далеко. Себя ощущаешь на сцене, чувствуешь настоящей звездой, открывая конкурс. Спасибо тебе за прекрасное выступление. Проходи в зрительный зал. Расскажи нам, что ты ощущаешь, когда стоишь на сцене и поешь нам эту песню? Боюсь. Не бойся. Ну, спасибо тебе. Можешь идти. Иди в зал. А мы готовы поприветствовать на сцене следующего участника. Должно Канна расскажет нам свою историю маленького принца. Thank you.
это о каком-то конкретном принце или это пока только мечты? Это мечты. Ну, мы желаем тебе, чтобы все твои мечты и о принце тоже обязательно сбылись. А, ну, как бы... Твой принц, он у тебя только в голове или ты уже понимаешь, какой он должен быть? В голове пока что. Хорошо. Все, ты можешь пускаться в зрительный зал. Ну, а мы с вами приветствуем аплодисментами следующего участника. Встречайте, Бубырь Аксинью и Башаеву Алину с песней про мальчика. Он же красавчик. Ах, мальчик красавчик. Ну да, просто как-то...
А красавчика своего как делить-то будете? Песня посвящена Денису Ефимчику. Ну, я очень надеюсь, что ничего вам делить не придется. Спасибо за песню, можете приходить за. Ну, а следующий участник принесет нам Зиму. Итак, встречаем песню «Зима» на сцене Нестерюк Андрей. Конечно же, любим зиму за сказочные праздники, которые она нам дарит. С наступающим тебя, Андрей! Итак, какие у нас сегодня талантливые участники собрались. Прямо все звезды. Целый океан звезд. А следующая участница, Вознесенская Виолетта, споет нам песню о звездной реке. Итак, попросим ее аплодисментами. Thank you.
Мы желаем тебе творческих успехов и покорения всех звезд. Выходи, пожалуйста, в зрительный зал. Туда. Саша, а ты всегда знаешь, чего ты хочешь? Пожалуй, не уверен. А вот наша следующая участница знает, несмотря на свой юный возраст. Итак, она хочет петь и об этом нам споет. Аплодисменты для Гордоновой Таисии. Творческих успехов и самых смелых желаний. Спускайся в зал. Вернули. Что же самое главное в нашей жизни? Конечно же, мир. Мир в семьях, мир на земле. Об этом нам споет следующая участница, Свинцова Дарья. Ее песня называется «Мир». Thank you.
Всем нашим зрителям, спускайся в зал. Молодец! Итак, а мы готовы поприветствовать на сцене еще одну юную участницу, Павлову Ксению с песней «Ангел». Ой, сама как ангел. Ангел летит, ангел зовет за собой.
по-разному. А мы желаем, чтобы все детки, и ты, Ксюша, всегда оставались синхронители ангелочками. А следующая участница подарит нам такие теплые впечатления. Мальчихина Вероника споет нам «Аллейки». Встречайте ее в песне «Радуга после дождя». Летел незаметно, а каникулы были самыми незабываемыми. Я тоже так люблю лето. Такие тихие иногда и длинные летом ночи. А наш следующий участник Павел Рябов исполнит для нас песню «Детство». Поприветствуем! Thank you.
Thank you.
Every
Спасибо, Мария. Мы желаем тебе, чтобы твоя любовь всегда находилась под защитой. Пускай слеза. Давайте поприветствуем нашу следующую участницу. Елизавета Пыр исполнит для вас песню «Над городом». Аплодисменты, дорогие друзья. Пожелаем Лизе всегда чистого неба над ее городом. Уходи в зал.
Аплодисменты. Помимо большого таланта нашим участникам необходимо что? Что же? Конечно, большое везение. Конкуренция так высока. Итак, следующий участник Ерохин Андрей поведает нам о везении и о невезении. Песня «Остров невезения». Поприветствуем. Спасибо, Андрей. Желаем тебе везения во всех твоих смелых начинаниях. Проходи в зрительный зал. Молодец, молодец! Следующая участница для конкурса выбрала очень сложную и серьезную песню. Вы сами сейчас это услышите. Встречаем Ларюшкина Дарья с песней «Кукушка». Поприветствуем!
ласковый рассвет встречаешь. Поприветствуем!
Спасибо, Алена. Желаем тебе сказочных, не забываем, веселых праздников тебе и всем зрителям. Как же быстро подошел к концу наш конкурс. Встречайте следующую участницу, незабываемую и оригинальную Элину Морозову с песней «Шуга». Sugar, we're going down spinning. I'll be your number one.
тебе идея такого конкурса вообще в школе? Ну, мне нравится эта возможность реализовать свои таланты для всех. Спасибо, Лина. Я думаю, что конкурс должен стать доброй традицией в гимназии 11. А теперь наше многоуважаемое жюри может приступать к подсчету голосов. Пожелаем им удачи. Напоминаю, что каждый зритель может отдать голос за одного из участников. Итак, а сейчас для всех зрителей выступит специальный гость нашего конкурса. Мастер спорта, член сборной России по спортивной акробатике Шамгулова Ясмина. Поприветствуем ее аплодисментами! Ваши голоса. Итак, а пока мы разыгрываем наш долгожданный костюм. Как бумажки нам не дали? Нам не дали бумажку. Что за фигня бумажка? Как вот это теперь? А нам бумажку. Это вот что она? Итак, победил зритель под номером 39. Ребята, победил участник подгона 39. Аня, победила моя!
ваши несмолкаемые аплодисменты. Приглашаются. Внимание, гимназия. Ребята, которые прошли первый тур. Гума Жанна. Педас Алена. Курдюмов Арсений. Поднимаемся, да, поднимаемся. Губанова Диана. Губанова Диана. Милюкова Софья. Синицына Анастасия. Шиповала Анастасия. Подгала Полина. Видела ее с гитарой здесь. Полина, Полина, Петрова Настя. Куницкая Анна. Момент конкурса «Голос гимназии 2017». Голоса подсчитаны, и мы готовы объявить номинации. Для объявления номинации приглашаем на сцену Комаровскую Алину Семеновну. Абсолютно больны. То есть есть дети, которые пришли с температурой 38,8. Да. Вы слышите по голосовым данным, что где-то носик заложен, да, где-то горлышко. И тем не менее, никто из них не отказался и вышел на сцену. Дети, я вас благодарю. Всех. Молодцы! Я сказала, за эти три дня я посидела. Я больше никогда не буду ни Градским, ни Биланом, ни кем. Все. У меня нервов не хватает на это. Я благодарю наших выпускников, которые пришли и помогли сегодня в жюри поучаствовать. Благодарю коллег, которые были объективны и строги, и доброжелательны одновременно. Дети, я не знаю, совпадут ли как бы наши оценки с вашими. Надеюсь, что да. Конечно, мы слышали какие-то моменты, да? Учитывали немножко и волнение, потому что, естественно, оно есть. Но старались судить объективно, потому что конкурс – это конкурс. Вот как получилось уже на сегодняшний момент, так получилось. Некоторые исполнители в отборочном туре выглядели значительно лучше, чем показали себя сегодня. А некоторые – наоборот. Поэтому вот объективно на сегодняшний день мы, как самое доброе жюри, вы нас просили об этом, мы исполнили вашу просьбу. И в честь Нового года в 11-й гимназии будет не один победитель, а три. Ура! Без объявления баллов. Бритвина Арина, простая песня. Победитель. Вера Николаевна, вручаем кубок. Молодец, умница.
отрыве, если можно так сказать. Это наш приз, приз симпатии членов жюри. Мальчихина Вероника, радуга после дождя. Сценарий, все же должно было быть по-другому. Грамоты все будем переписывать. К концу вечера все раздадим. Так что никто никуда не расходится. Понятно? Хорошо. Так. Лично моя симпатия. Симпатия Алексея Вячеславовича. Петрова Дарья, Боханова Анна. Не переведу вашу песню. Сегодня все было отлично. Девочки, встали, 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 сфотографируйте. Салют Семеновна, встаньте. Все переиграли. Второй есть? Согласитесь, дуэтом работать гораздо сложнее, тем более с участием инструмента. Все сегодня было отлично. Хорошо. И, конечно, Ларишкина Дарья, кукушка. Еще раз повторю, все остальные ребята тоже были великолепны. Великолепны, вы должны это понимать. Но конкурс есть конкурс. В конкурсе есть баллы. Мы просто сложили баллы и на основании того, что мы получили, объявили результат. А зрительское голосование, Рома, кто победил? Свинцова Дарья, приз зрительских симпатий. Даша, где она? Праздновать побежала. Нет, есть, есть. Сладенькая от зрителей. Господа, вот это ваш выбор. Вы выбрали своего победителя. Дашенька, поздравляем тебя. Вы такой у нее единственный, да, магнит, голос гимназии на всю жизнь. Прямого голосования. Да, прямого голосования, совершенно верно. Правда, не тайного. А теперь финалисты на сцену. Музыкальный подарок от финалистов шоу «Голос гимназии 2017». Члены жюри, пожалуйста. Пожалуйста. Быстрее. Какие вы
у нас еще маленькие, оказывается. Спасибо. Итак, подарок. Песня о снежинке. Ведь скоро Новый год. Слушаем. Thank you.
Дискотека Века. Приглашаем всех снова в зал после 10-минутного перерыва.
Саша, помоги мне фильмовать.